Здравствуйте, родные мои. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот, показываю вам чудеса. Видите, какие черные твари. Это горох у меня. Вот это уже не выживет. Это тоже, скорее всего. Это не туда. Вот они, козлы. Их миллионы. 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 Вот они, твари ползут. Прям по теплице вверх ползут. Видите, вверх. Переползают через теплицу. Горох, труба. Началось все отсюда вот. Сегодня 4 июля 2019 года. Вот началось от соседей. Вот такая картошечка у них такая кривенькая. Трава вон все поели. Червяки эти. Пололи плохо, блин, тут. Ну и не в том важно. Что важно, что ползут оттуда. Оттуда червяки ползли. Вот у них уже тут, наверное, дня 3-4 червяки. И вот теперь ко мне полезли. А вот там у меня, вон там, вот так где-то, вот так, север. И что получается? Вот эти твари, вот твари, вот они. Твари вот они. Ползут, ползут, вот они. На север или на северо-запад. Вот они. На северо-запад ползут. И что получается? На Россию ползут эти все как говно. Вот на малине сидят. Вот они. Жрут твари. А малина вроде мы побрызгали, успели. Вроде не видно. Капусту поливали. Тут за картошки вроде как сильно ее не едят. А вот там, да, короче, их не будет, нечего. Они картошку начинают жрать. Собаки. И вот эти твари ползут, получается, на север или на северо-запад. Вот и все, рады мои. Кто-то напасть там тут завез. Раньше такой не было. Хорошо, точно знаю. Ладно, рады мои, до свидания. Лайки, дизлайки, подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу.